Здравствуйте, меня зовут Дута Снега. Я из яркого и исторического города Индии Калькутта. Калькутта – один из городов, через который протекает могучая река Ганг. И поэтому у меня особенная любовь к рекам. Сейчас я учусь во Волгоградском государственном медицинском университете на 6-м курсе на лечебном факультете. Я много узнала о Волгограде. Волгоград – это красивый, большой и современный город. Здесь прекрасная природа, есть много рек. И более всего, мне нравятся Волга и Дон. Об этих могучих реках написано много стихов. И один из них сегодня с моим другом. Мы и хотим вам представить. Здравствуйте, меня зовут Ани. Я учусь в Волгоградском государственном медицинском университете на 6-м курсе лечебного факультета. Я из Индии, мой родной город Ченнай. И сейчас я нахожусь здесь, так как мы учимся дистанционно. Выбрать страну и город для получения образования было сложно. Я читал много форумов, искал информацию в интернете. Однажды я узнал, что Волгоград и Ченнай – это город побратим. А это значит, что между ним существует дружественное отношение. Возможно, поэтому в Волгограде много студентов из Индии. Между нашими городами положенные, активные, культурные и образовательные связи. Нахожусь далеко от России. Я читаю русские стихотворения, вспоминаю ее прекрасную природу. Сегодня мы с моей подругой из Волгограда хотим представить вам стихотворение Константиной Людмилы Михайловны «Люблю я дом». Прозрачный и глубокий, где дремлет под волной седая старина. Простор зеленый, сказочно далекий, посмотришь, Влад, и нет ему конца. Люблю казачьи мирные станицы, люблю самих героев-казаков, подобных вольным легкокрыльным птицам, которым путь всегда и везде готов. Я тоже. Люблю казачек, смуглик, синьокик, с горячим сердцем, смелую душой. Среди степей, привольных и широких, он не терпит власти над собой. Люблю я Дон, когда ночной порою чуть слышно плещет темную волной. Он дремлет чуть, он грезит про белое, могуч, прекрасен, тих во своем покое. О, тихий Дон, как я люблю тебя,